пускай молодые, молодым нужно идти, понимаете? Они действительно, это новая струя, это я только за молодежь, только за молодежь. И когда, вы знаете, подходят к киоску и говорят, а вы помните, как было мороженое за 11? Я говорю, не помню. Это вы помните, а мне не надо за 11 копеек. Пускай оно будет за 10 рублей, но чтобы у меня и пенсия была, и чтобы я купила. Все. А с пенсией я подожду. Хотя у меня маленькая, но я подожду. А вы из Краматорска? Да. Расскажите, давно вы здесь живете? Да, давно. Давно, давно. Очень неоднозначная публика. А что они там дадут десятку, а цены поднимают больше, чем надо? Лучше никогда не будет. Никогда не будет. Пока вот там правители сидят, вот это сидит, вот. Да, оно ничего не изменится при этой власти. Они на крови пришли и кровью захлебнули весь Донбасс. Очень неоднозначная публика. Вы знаете, вчера была на концерте Русланы, такое, все равно ложка дегтя была. Мы уже поем гимн, стоим, значит, я так стою, тут у меня палочка, тут я стою, и рядом сидят, значит, семья, папа, мама и дочь. Вот так, вы знаете, отличительная черта, плюхают семечки. Вот так, наплюхано просто. Стадион чистый, красивый, все, Руслана там, энергия такая, что там, знаете, подключай электростанцию. Вот. Играют гимн, они сидят. А я, значит, поворачиваюсь и им показываю, поднять. Так он мне дулю дает. Он не ожидал. Он, значит, я же этой рукой это самое. А я ему так сразу две, на тебе, говорю. Если бы у меня палка, я бы его по башке ударила. Это что такое за глупости? Все люди встали, а ты сидишь еще с такой мордой. Вы знаете, если бы это... Есть, у нас очень много таких. А вы знаете, я вот, честное слово... Не нравится, я говорю, езжайте вон, ДНР рядом, 2 часа езжайте, стройте свою республику, стройте. Иммигранты построили Америку, построили Канаду, вот езжайте, стройте. Только предварительно отключить свет, газ и воду, и все, и пускай они. И точно как эти самые татары сделали, ни одной машины ни туда, ни сюда. Там наших людей нету. Нашим людям предлагали волонтеры, ходили, вам тяжело, все, давайте перевезем вас в мирную зону. Нет, не хотели. Он, у меня девочка, он тоже, она из Горловки. Она сказала, Елена Ивановна, начали бомбить. Я бросила все, я знаю, что жизнь дороже, чем дом. И уехала сюда. И сразу нашла работу, пошла и нашла работу. А вот эти толпы беженцев, которые тут ходят, значит, у них так, у них два таких, понимаете, флешмопа. Дети, о которых уже по 5 штук. И это самое, и то, что они беженцы, статус. Они бегут, получают помощь тут. Приезжают туда, в ДНР получают помощь. Тут получают пенсии, там получают пенсии. Хорошо жить, а почему нет? Не надо работать, ничего. Мне не поверят, что вы местная. Скажут, я ставную нашел. Нет, я чисто местная. А больше скажу, я вам скажу. Свою национальность, вы вообще скажете. Мое место рождения – город Иркутск. Я когда-то хотела съездить на родину посмотреть, но после вот этих событий я сказала, все, во, для меня не существует ни народа этого, который напал, ни вообще всего. Сейчас учу украинский язык и буду казать и по-украински, нечего тут вот это разводить. И когда мне говорят насчет русского языка, я им говорю, ребята, пройдите по киоскам и найдите хоть одно украинское издание, хоть одно украинское издание, ничего нету. А их ущемляют русским языком, вы всю жизнь проговорили, кто вам что слово сказал? Правда? Мух.